Друзья, приходите на наш фильм. Этот фильм рассказывает о судьбе человека, об его воле, упертости, о нежелании сдаваться под ударами судьбы. Простите за пафос, но это именно так. Но главное, он рассказывает про Украине, об Украине за последние полгода. То есть это Крым, это Донбасс, это Киев, это лица, которые, в принципе, представляют ту или иную сторону, которые мы подали без купюр, то есть без какой-то идеологизации, без комментариев за кадром. То есть вы можете представить себе всю ситуацию абсолютно сами по себе, то есть не находясь под какими-то там, знаете, там, толчками со стороны там, режиссера или там, дикторского текста. То есть это будет очень интересно, тем более, что фильм длится 45 минут, после чего можно там предаться дискуссии на полчаса где-то так. Приходите.